have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки, и у нас тут пишущая машинка, а еще диско Элизиум, а еще часы в рыбе. Это такое по мелочи. Хорошо, нам сейчас предстоит поговорить с вот этим вот перцем, блин, забыл как его звать. Кстати, 9+, может нам вылечиться? Опа, давайте. А то нам сейчас предстоит такая словесная баталия, и я боюсь... А, ладно. Вот это у тебя лицо, чувак. Ладно. Эврар Клер. Ну, практически Эклер. Ну, хотя, ну, знаете, если взять инициалы, Эклер. Эклер, хорошо. Мне вполне подходит его так называть. За огромным столом восседает человек размером с моржа. Он отрывает взгляд от работы и смотрит на тебя без намека на удивление. А еще так в кресле крутится, типа, вы на моей территории, что вы мне сделаете? Хорошо. Он с величайшим трудом выпрямляется в кресле, но не говорит ни слова, просто пристально смотрит на тебя. Руководить портовыми рабочими, перейдем сразу к делу. На дереве висит... Ладно, давай так. Ну, это очевидный вопрос. Добро пожаловать, господин Дюбуа, господин Кицу... Дюбуа... Он знает наши имена. Это, конечно, говорит о его высокой информированности, но теперь знаем, что наша фамилия Дюбуа. Спасибо, чувак. Как приятно, что вы заглянули. Прошу, присаживайтесь. Он указывает на крошечные стульчики напротив своего огромного стола. Но это специально для того, чтобы все пришедшие чувствовали, насколько они маленькие и ничтожные по сравнению с вот этим вот, да, Дюбуа. Интересно. Я хотел сказать французская фамилия, но в здешних понятиях нет такой вещи, как Франция. Здесь вообще другая вселенная, другие страны, но вы понимаете. Хорошо, мое имя Эклер. Я возглавляю профсоюз дебардеров Мартинеза. Он рас... А, ты возглавляешь профсоюз, ты не начальник порта. Он расслабляется, поудобнее устраивается в кресле и продолжает. Я бы пожал вам руку, но, к сожалению, здоровье не позволяет мне встать. Надеюсь, вы не в обиде. Здоровье не позволяет... А как ты сюда забрался тогда? Не подскажешь, я там что-то не видел лифта. Он, похоже, устроился с большим или большим комфортом. А вот крошечный складной стул выглядит как орудие пыток. Я про то же. Прошу, детектив. Лейтенант кивает сначала с тебе, а потом на стул. Я не хочу садиться на эту фигню, вы чё? Идите в лес. Ай, блин. Ну ладно. Полицейская волна. Он считает, что от этого человека ничего хорошего ждать не стоит. Я сделаю, что смогу. Я тоже считаю, что от Эклера ничего хорошего не будет. Ладно. Забудь об этом, что это за фигня с Дюбуа, от этого имени исходят какие-то недобрые вибрации. Я, кстати, да, про фигню с Дюбуа. Почему? Ну, это будет глупо, мы себя сразу поставим в глупое положение. Присаживаться я тоже не хочу. Я постою, спасибо. Прошу, господин Дюбуа, давайте общаться цивилизованно, как равные. Присаживайтесь, я настаиваю. Я никогда не сажусь, это не в моем стиле. Хорошо, господин Дюбуа, я уважаю людей с убеждением. Он кивает, его многочисленные подбородки колышутся, будто океанские волны. Да. У меня тоже есть убеждение. Одно из них — не вступать в разговоры с людьми, которые не желают вести беседу лицом к лицу на одном уровне. Если вы еще вернетесь в более сговорчивом настроении, я с радостью поддержу разговор. А до тех пор, боюсь, мне придется попросить вас уйти. Он снова переключает внимание на печатную машинку. Нет у тебя титанической силы воли, брат. Он припер тебя к стене. Садись или уходи. Честно, я бы ушел. Вот если бы это нужно было сделать мне, я бы ушел. Но нам как-то надо снять труп. Ладно, фиг с тобой, чувак. Я тебя потом прищучу. Как бы, ты знаешь.
тебе это, Танки Прайд. Превосходно, господин Дебат. Теперь вижу, что вы благоразумный человек. А благоразумные люди могут оказаться очень полезны друг другу. Он лукаво подмигивает тебе. Сохранять серьезность. Так, чем глава профсоюза депортеров может быть полезен? Представителю Ривашольской гражданской полиции, милиции. Причем он сказал, что его убеждение разговаривать с человеком на одном уровне, когда вы оба сидите. Но фишка в том, что когда я сажусь на вот этот вот стульчик, я становлюсь заметно ниже его, и он смотрит на меня как бы уже сверху вниз. Это такая позиция доминирования. Вообще вся эта обстановка сделана для того, чтобы пришедший почувствовал себя маленьким и ничтожным. Этот стул должно быть самый неудобный на всем белом свете. Он просто измывается над твоим задом. Я получил физический, между прочим, урон, а не моральный. Так что... И, кстати, я слышал, что некий Лоуренс Гард оказал вам не самый теплый прием. Увы, некоторые понятия не имеют, что такое хорошие манеры. Лоуренс Гард. Да, было такое. Вот это поможет решить проблему. Он указывает на необычный человек на столе. Он просто до смешного огромный. Это должно хватить, чтобы на несколько дней покрыть ваши расходы и разрешить недоразумение с управляющим. Берите. Он снова указывает на чек. О, 25 реалов. В смысле огромный? 25 реалов это не огромный. Я на бутылках больше насобираю. Иди в задницу. Спасибо, Эклер. Взять до смешного огромный чек. Но ничего не говорить. Мне это не нужно. Оставьте себе. Не брать чек. Может взять этот до смешного огромный чек и запихать себе. Вы знаете Гарта? Да, я знаю Лоренса. А тут еще персонаж. В нем нет ничего профсоюзного. Этот парень просто непростой фрукт. Он ухмыляется и снова на чек указывает свой. А, это драма, мне так говорит, потому у меня такой слог. Вы будто в постановке. По крайней мере, не благодарите. Брать я его не буду? Оставьте себе, не брать. Хорошо, уважаю людей с принципами. Нет, значит нет. Он скрещивает руки на своем толстом животе и еще глубже проваливается в кресло. Ну, как бы просто за следующую ночь мы уже заплатили. У нас еще там осталось, вон, 10 реалов. Я думаю, что 10... У нас еще полный пакет бутылок там. Я думаю, еще будет 1,5-2 реала. Я деньги еще найду. Причем завтра утром мы сможем еще открыть переправу. Иди со своими 25 реалами, знаешь куда. Так, а теперь, мне хотелось бы успокоить вас по поводу потерянного пистолета. Позвольте заверить, профсоюз занимается этим буквально прямо сейчас. Ваш потерянный пистолет разыскивает мои лучшие щеки. Иди в задницу, я со своими проблемами сам разберусь. Ты видишь, как двигаются его похожие на жирные слизни и губы. Но слышишь только потерянный пистолет. Он меня избивает со всех сторон. Весь мир поглотила черная дыра страха. Уцелели только два слова: потерянный и пистолет. Когда он говорит, не волнуйтесь, на самом деле, значит, волнуйся. Очень волнуйся, собака! Если его люди найдут пистолет первым, это будет гораздо хуже. Блин. Я буду благодарен за любую оказанную помощь. Я буду максимально нейтрален здесь. Вы в порядке, Гарри? Кажется, вас что-то беспокоит. Не стоит переживать, все будет хорошо. Гарри Дебуа. Ну, пожалуй, это звучит. Вы же не заряженный пистолет потеряли. Местные детишки не играют с ним прямо сейчас. Не приставляют к виску. Он находится в безопасном месте. Я просто уверен. Я чувствую, что все будет хорошо. То есть ты, собака, скорее всего, еще и знаешь, где он находится. Хорошо. Сложно. Он был заряжен. В нем было две пули. Ты всегда держишь заряженным как минимум два ствола. Пистолеты многоствольные. О, прикольно. Шансы на самообладание низкие. Минус 2 этот стул просто орудие пыток. За счет того, что я сижу на чертовом стуле. Черт с тобой, давай. Конечно.
Боже, ты весь взмок, колено дергается, ты сейчас заплачешь, да? Ты плачешь, потому что потерял свой пистолет, и теперь ты, детишки его подберут и убьются. Нет, на самом деле мне пофиг. Попытаться сохранить самообладание. Ну, не получится. Господин Деба, вы плохо выглядите. Фух. А какому господине Дюба он все время твердит, что у него на уме? Тебе надо остыть, расслабься. Блин, он меня просто уничтожает. Офигеть. Господин Дюба, господин Дюба, Гарри, толстяк щелкает пальцами, но все бесполезно, ты впал в какой-то ступор. Стекать по стулу, как алкожиле. Господин Дюбуа, с вами все в порядке. Может быть, стакан воды или что-нибудь еще? У вас какие-то проблемы со здоровьем? Может, задействовать руки и запросить, что ты швыряешь этого господина Дюбуа ему в лицо? Сам он господин Дюбуа. Не, мне хорошо, лучше не бывает, господин Дюбуа. О да, чувак, мне просто зашибись. Честно говоря, этот стул не очень удобный. Я бы не отказался от стакана воды. Давайте вот так вот. Какая странная демонстрация. Застали меня врасплох, Гарри. Я даже не знаю, демонстрация чего. Это, конечно, было очень увлекательно. Боюсь, мы просто впустую тратим время. А я невероятно занятой человек. Уверен, вы тоже. Ладно, достаточно. Мы пришли, чтобы задать вам несколько вопросов, касающихся расследования убийства. Быстро, вот он твой шанс. Соберись и начинай задавать вопросы, полицейские вопросы. Местный Стэннер. Не хотите спросить меня, как я здесь оказался? Кстати, да. Вы позвали меня... Почему? Ну это же глупо. Поможете мне снять с дерева мертвое тело? Давайте поговорим о моем пропавшем пистолете. Я хочу поговорить о повешении. Я встретил Джойс. Она представляет компанию. Хорошо. Так. Вот, контейнер снаружи. Дорогой мой Гарри, в этом порту миллион контейнеров. Мне узнать содержимое каждого. Вот этот, особенный, который. Гарри красноречивый, вы черт... Да-да-да. Говорит он с доброжелательной улыбкой. Время — это бесценный ресурс, который мне не хватает, чтобы пересчитать с вами все контейнеры. Понятно, красноречивый. Может использовать красноречие, чтобы убедить его открыть контейнер. Стоит хотя бы попытаться. Так, хорошо. Джойс. О, это замечательно. Я пока до нее не добрался, очень-очень занят, понимаете. Он поправляет пуговицы на рукаве. Надеюсь, у вас сложилось хорошее отношение. Конечно, я эту тварь уже терпеть не могу. Я хочу прояснить одну вещь. Гарри, это не противостояние профсоюза и корпорации. Мы все здесь друзья. Просто друзья. Мы все работаем на благо Мартинеза, как можем. Его улыбка становится еще шире. Не думайте, что из-за того, что мы с вами такие хорошие друзья, вы не должны с ней работать. Я человек... неревнивый. Серьезно? Что случилось с предыдущим переговорщиком? Джой сказал, что предыдущий председатель профсоюза исчез при подозрительных обстоятельствах. Эврар Джойс, кажется, считает, что профсоюз будет повышать требования. Почему вы не пустили ее к себе? Давай вот так вот. Исчез, Гарри. Эта женщина оставила запеканку в духовке и не успела... Погодите, Джойс... Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Погодите. Джойс, это дама с яхты. Я перепутал с его дочкой. Я тупо имена перепутал. Пардоньте. Я посмотрю варианты диалога. Не те. Джойс, это дама с яхты. Эта женщина... Так. Хорошо, все, собрались. Не лажаем больше. О, неужели оставил духовку ключом? Надо вернуться домой и проверить. Выборы подождут. Он неодобрительно хмурится. Когда она вернулась, все уже закончилось. Ясно. Минут, погодите. Не говорите, не говорила Джойс ничего про запеканку.
Ну, это было в переносном смысле, ясно. Еще один вопрос. Да. Почему и не впустили ее к себе? Вот в чем прикол. Если она действительно хочет с вами встретиться, она найдет способ. Как любой хороший переговорщик. А с плохим переговорщиком мне обсуждать нечего. Это такой легкий намек, что мы хороший переговорщик. На самом деле ты тут нас мучаешь какая-то. С предыдущим переговорщиком что случилось? О чем вы, Гарри? Кажется, ему не понравился этот вопрос. Ничего с ним не случилось. Я его отпустил. Да, я сверху послал своих ребят за ним. Ага. Во время прошлых переговоров он заставил компанию пойти на уступки. Зачем отпускать такого союзника? Он старый человек, Гарри. Я хотел, чтобы у него было больше времени на семью. Он опускает взгляд и вздыхает. Одному богу известно, сколько ему осталось. Вы назвали его карликом. Гарри возмущенно восклицает. Он среди членов моей организации и сеть. Есть маленькие люди. Я бы никогда не назвал никого карликом. О чем вы? Честно говоря, Гарри, я начинаю думать, что карлик — это вы. Он внезапно улыбается и меняет тон. Я просто шучу, Гарри, вы не карлик, никто не карлик, мы все друзья. Ну, давайте вот так, хорошо. Да-да, играет на понижение, конечно. Внезапно он становится очень серьезным. Здесь не казино, Гарри, здесь на... Кону настоящие люди их жизни, но для этих богачей весь мир казино. Как бы не говори мне, что ты не из этих богачей, не надо, чувак. На его лице читается это незрелое и безответственное поведение. Угу. Ясно, дальше. Конечно, Гарри, позвольте мне еще раз вас заверить. Мы можем абсолютно свободно обсуждать с этой Джойс все, о чем мы здесь говорили. У нас совершенно прозрачная организация. Ну, как я протупил-то с этой Джойс? Мне совершенно неинтересно, чем она занимается, но лично мне ничего нечего скрывать. И у вас свои дела, я уважаю ваше личное пространство. Просто помните, что это все, делаю широкий жест, не тайна. Угу. Расскажите обо всем, о фотографии моего брата, о моих поющих часах с меч-рыбой. Он осматривается по сторонам. Расскажите ей, какой я толстый, что я помогаю вам найти этот пистолет. Расскажите обо всем. Эврард ничего не имеет против. Склизкий ты ублюдина. Ладно. Было весьма приятно рассказать ему о ней. Кстати, да. До меня дошла информация, что профсоюз занимается торговлей наркотиками. Что? Он ошарашенно хлопает себя по лбу. Гарри, как вы можете мне такое говорить? Вы знаете, что, как и любой веселый толстяк, я ценю юмор, но клеветы не потерплю. Вы на самом деле собираетесь это расследовать? Его реакция кажется искренней, но, честно говоря, с ним никогда не угадаешь. Нет, не собираюсь. Конечно, собираюсь. Рар потирает виски и закрывает глаза. Вы причинили мне боль, Гарри, мне, своему другу. Но знаете что? Оживляется он. Я вам доверяю. Я всегда доверяю друзьям. Я знаю, что вы никогда больше со мной об этом не заговорите, потому что не хотите ранить мои чувства. Так что делайте, что хотите, и давайте сменим тему. Он прячет за этой любезностью свои настоящие чувства. Но ты взбешен, тварь. Это хорошо. Спасибо за понимание, лейтенант смотрит ему прямо в глаза. Мы продолжим делать, что должно. И вы, лейтенант, внезапно усмехается он. Значит, вы мне нравитесь, но вы не мой любимчик. Я за Гарри. Я не в обиде, быстро отвечает лейтенант, поворачивается к тебе. Нам еще что-нибудь здесь нужно, Гарри? Ай. Могу ли я доверять этому уроду, что нас зовут Гарри, и это наша фамилия Дюбуа? Ладно. Хотите спросить меня, как я здесь оказался? Честно говоря, я не хотел заводить об этом речь, но, Гарри, я слышал, что вы стали последователем головомера и его взглядов на расовые вопросы. Не стал никаким последним, просто выслушал некоторые его мысли. Это был тактический прием, мне нужно было как-то сюда пробраться. Вот так вот. Конечно, Гарри, конечно, это не дает вам, не делает вас каким-то фантастическим расистом. Будьте спокойны, никто об этом не услышит, он подмигивает. Собака! А, никто не узнает, что за дела вы там вели. Гарри, я сохраню ваши расовые проделки в тайне. Молва о том, насколько расовыми были ваши беседы, никогда не покинет пределы Мартинеза. Он собирается меня вот этим всем шантажировать. Ах ты ж... Как бы там ни было, уверяю вас, что я очень хорошо информирован. Информация появляется у меня даже раньше, чем я успеваю ее запросить. Я уже заметил.
Я хочу поговорить про пистолет. Да, ваш потерянный пистолет, он становится серьезным. Этим занимаются мои лучшие сотрудники. Они перевернут каждый камень, обыщут все игровые площадки, опросят всех детей и старушек, всех до единого. Ваш пистолет найдется, Гарри, будьте уверены. Кстати, 16:20. Он подмигивает тебе. Понадобится только время и некоторые усилия. Кажется, единственный способ найти пистолет — это работать с Эвраром. Возможно, он даже держит твое оружие в заложниках. Я уже, кстати, успел об этом подумать. И знаете что? Мне кажется, что пистолет купила его дочка, выкупила в ломбарде. Ну, то есть я же его продал в ломбард. Она, скорее всего, побежала туда, выкупила, и теперь я уверен, что пистолет у него. Фекалюшки ты кусок. Я не подамся на этот пистолетный шантаж. Вот, кстати. Найдите свой пистолет. Черт побери, Гарри, именно это я и хочу сказать. Он поворачивается к лейтенанту. Я, конечно же, просто шучу. Ясно, понятно, блин. Так. Перезвоните Алисе на следующий день. Поговорите с Кимом. Найдите деньги. Это все было так, в активные дальше. Спросить Рене про фотографию. Снимите труп с дерева. Татуировки жертвы. Закройте шлюз. Курильщик на балконе. Кстати, по-моему, вот раньше не было вот этого обозначения часика. Возможно, это приехало с обновлением. Часики — это значит отложенное. Хорошо. Так, конечно же, ты шутишь. Конечно, сухо отвечает лейтенант. Я понимаю, мы помогаем вам, вы помогаете нам. Я хочу поговорить о повешении. О, ну конечно, это ведь ваша главная задача. То зачем вы, Мартинезе, кивает он. Я знаю обо всем, что здесь происходит, и буду рад помочь, как помогаю с потерянным пистолетом. Ах ты ж! А, тоже такая отсылочка. Возьмите показания представителя. Ага. Ведь это не секрет, что... Это не секрет, что линчевание связано с забастовкой. Столько надо бы рассказать. Честно говоря, это все висит на мне тяжелым грузом. Я понимаю, вам нужно меня опросить. Промолчать. Но есть одна вещь, которая не дает мне спать по ночам. Я хочу поговорить о повешении. Если бы только вы могли спокойно побеседовать, обменяться информацией, могли бы... мы бы от этого дела камня на камне не оставили. Продолжить. Да, звучит неплохо. Медленно кивает лейтенант. Отвечает. Давайте. Но я не могу нормально соображать, когда на мне все это висит. Он вдруг бьет себе ладонью по лбу. Вы ведь офицер и полиция. У меня есть безумная идея. Полицейские ведь настоящие машины по открыванию дверей. Вы в этом невероятно талантливы. Ну, давай. И я уверен, блестяще справитесь с этой. Гарри хмыкает. Здесь на самом деле нет ничего сложного или подозрительного. Прекрасная возможность. О, мессир, доверие лжецам и завоюем, прикинувшись, как будто за него играем, но потом, поймав момент, используем его себе во благо. Драма, ты мне нравишься. И чья это дверь? Уверен, даже ничего не знаете о повешении. Черт, ладно. Что за... папа! Я не то хотел кликнуть, черт. Гарри, мой дорогой друг, он еще глубже утопает в кресле. Меня не зря называют местная большая шишка. Я знаю обо всем, что происходит в Мартинезе. Хорошо, что за чья дверь? Да так, одного любителя постучать. Он там живет. Вам не о чем волноваться. Что вы имеете в виду? Болтливый любитель громкого стука. Когда такие проныры думают, что их никто не видит, он начинает дурить. Он снимает очки и потирает переносицу. Продолжить. Просто отправляйтесь туда, откройте дверь и оставьте ее незапертой. Это на меня так давит, Гарри. Я просто хочу положить этому конец и обсудить с вами важные дела. Он снова надевает очки. Почему самому не открыть эту дверь?
Гарри, я очень занятой человек, и еще более важно, что у меня нет ваших экстраординарных физических способностей. Он ударяет кулаком о кулак. Вы выглядите так, будто можете бегать весь день без остановки. Но хотите дать кому-то понять, что полиция в ваших руках? Повторяю, господин Кицураги, я очень-очень занятой человек, поэтому мне иногда требуется помощь извне. Он снова оборачивается к тебе. Так, Гарри. Черт, ладно. Потрясающе, друг мой. Просто скажите мне, когда все будет сделано, и наша дружба перейдет на новый уровень. Прощелкивает пальцами. Откройте дверь в квартиру Эврара. Для Эврара. Ключ может забрать у Маньяны. Он стоит у ворот. Маньяна в профсоюзе вроде свободного агента отвечает за спецоперации. Социалист до мозга костей и настоящий вольнодумец. Он укажет вам точное расположение двери. Клэр улыбается, явно довольна тем, как прекрасно все спланировал. И последнее. Гарри, просто откройте дверь. Вам не нужно ходить внутрь или делать что-то еще. Я просто хочу, чтобы любитель постучать вернулся домой и увидел открытую дверь. Сейчас я буду выполнять твои указания. Хорошо. Я только что закончил та-та-та-та. Ну, блин. Поможете снять тело? Возможно, вы заметили, что за кафетерием на дереве висит труп. О, божечки, он вежливо улыбается. Не принимайте этот вопрос на свой счет, но зачем мне вмешиваться в это дело? Господин Клэр, этот человек был повешен на грузовом ремне. На грузовом ремне с металлическими нитями. Есть все основания полагать, что профсоюз имеет какое-то отношение к убийству. Кроме того, если убрать тело с дерева, это послужит на пользу всем. Оно как грязное пятно на репутации района. Кроме того, я изучил отпечатки ног на месте преступления, следы обуви рабочего, а еще ремень. Промолчать. Вы же общественный деятель. Помогите общественности, вот! Я, безусловно, понимаю, что это присутствие, что его присутствие может негативно повлиять на стоимость на недвижимости. Он облизывает свои толстые губы и улыбается. Ну, конечно же, кроме шуток, я вам помогу. Он поднимает стоящую право от него трубку радиотелефона и нажимает на кнопку. Жан-Люк, мальчик мой, я сейчас отправлю тебе двух офицеров полиции. Им нужна помощь в решении проблемы с трупом на дереве. Проще говоря, им нужно снять его. И да, Жан, давай полегче с расовой наукой. Это он к головомеру звонит. С него уже довольно. Он вешает трубку и снова оборачивается к тебе. Угу. Жан-Люка можно найти у ворот, но он усмехается. Вы и так его знаете. Ну да ладно, вот он вам поможет. Давай. Ах, да, ваше стороннее расследование. Спасибо вам. Он поправляет очки. Вы работаете с впечатляющим запалом, разбираетесь с липовыми обвинениями в наркоторговле, параллельно расследуя убийство. Я поговорю с мэром, возможно, он вручит вам ключ от города. Гарри, а теперь к делу. На самом деле в Ревашоле нет мэра. Он не хочет это обсуждать, видимо, для него это просто мелкая неприятность. Глупо, но ладно. Конечно, к чему излишней формальности? Можете называть меня Эврара, я буду вас звать вас Гарри. Так тебя назвал труп повешенного, Гарри. Это, на самом деле, мое имя? Боги, так это правда, я не хотел в это верить, но вы действительно коп, потерявший память, как в научно-фантастическом романе. Он пожимает плечами с выражением крайнего удивления на лице. Бывает же такое. Думаю, такое бывает, он смотрит на тебя крайне редко. Хорошо, возможно, следует скрыть свое замешательство. Неплохо бы сперва выяснить, что у него на уме. С моей памятью все в порядке, я просто... Да, это так, хорошо. Но это глупо было бы отрицать, он явно хитрая крыса. Уверяю, Гарри, вам нечего стыдиться. Вы среди друзей, у меня для вас хорошие новости. Он похлопывает по лежащей перед ним папке. У меня на вас, Гарри, есть пухленькое дельце. Уверен, у вас много вопросов. Может быть, я смогу помочь? Уверен, вы считаете, что я могу разрешить некоторые ваши сомнения. Делает паузу и отпускает взгляд на лежащую на столе коричневую папку. И вы, скорее всего, правы. Могу. Это просто коричневая папка. Ты не можешь прочесть, что на ней написано.
Выходить сказать, что заполучили наши внутренние документы? Лейтенант смотрит на Еврара поверх очков. Господин Куцураги. Кицураги, блин, а когда же научусь его фамилию-то говорить? Прошу вас, он не отрывая смотрит на тебя. Мы с Гарри давние на данный момент обсуждаем его потерянную личность. Зачем я это сказал? Вы сразу к папке не подходите, не слишком это мудро. Нервозность выдавать, сперва разведайте, что к чему. Давайте драму крутанем. Да! Ну, 72, хотя нас прокатывали с таким. Вы пытаетесь разглядеть папку, но Эврара закрывает ее поглаживанием ладони. Он прячет папку, потому что она не из РГМ. Это просто одна из тех коричневых папок, что была в картотеке. Папка не из РГМ. Ладно, Гарри, вы меня поймали, ухмыляется он. Она из бюро переписи населения, а не из РГМ. Люди из бюро жуткие взяточники, вам следует ими заняться. Эта тварь. Он узнал ваше имя и в бюро переписи населения и все остальное от свидетелей событий в Мартинезе. Да-да, господин Кицураги из бюро переписи, я так и сказал. Он выглядит раздосадованным. Вообще-то я очень занятой человек. Могу я еще чем-то помочь, Гарри? Это означает, что он на самом деле... ничего о тебе не знает. Жаль, твоя тайна пока так и остается тайной. Так, бюро переписи населения утверждает, что мое имя Гарри Дюбуа. Очки, спасибо. Да, именно это я и сказал. Попытайтесь следить за нитью разговора, сменим тему. Хорошо, валим. Минутку. Мне нужно идти, но, возможно, еще продолжим разговор. Минутку, он открывает выдвижные ящики, достает оттуда пластиковую карту. Это чтобы входить и выходить через ворота. Отлично, хорошо. Карт профсоюза. Вот теперь вы один из нас, настоящий красно-белый человек из профсоюза. Берегите себя, Гарри. Гори в аду. Снимите труп с дерева, осмотрите квартиру. Зови меня маньяна, ключ от квартиры стыкача. Хорошо, пойдем. Мне интересно, но, естественно, я туда зайду. Погоди, а как мы... как мы к тебе попали? А, я знал, что где-то через там. Хорошо, урод, хорошо. Мы с тобой еще поговорим. Ну, дела на самом деле не такие плохие, как могло бы показаться. Потом он знает о нас не все, он знает о нас только то, что он нашел из общего бюро, а полицейского дела у него нет. Это не ты у нас маньяна, да? Там другой чувак, который на входе, я так понимаю. Некоторые несколько вопросов. О, здравствуйте, господин хороший, я так и знал, что вы еще вернетесь, поговорите с стариком Лео, так и знал, да, прямо как с баней, которую открывал в подвале леди Лериш, она всегда говорила, они только на два шага отойдут, им уже вернуться хочется, именно народу, правда, давай сократим немножечко. Да, конечно, какой разговор, я всегда... Все, до свидания. Я уже пожалел о том, что начал с тобой разговаривать, извини, чувак. Тай, вы чё? Я не то хотел. Я в пяточку хотел, во-первых. Между прочим, деньги. Так вот, по капельке, и я... А, и сейчас нужно будет еще... Черт бы с этой дверью, а? Низкие шансы на риторику. Неудача. Почему ты вообще пытаешься открыть дверь? Используя риторику, потому что силовое воздействие здесь неприемлемо. Что неприемлемо, вздрагивает лейтенант? Использовать тело, а не разум. Так, хорошо. Вернем сюда позже. Сказали, что можно возвращаться. Это белая проверка. Мне все-таки интересно, что в этом контейнере. Он здесь не просто так. Это игровой элемент. Значит, он здесь не просто так. Давайте еще раз сюда заглянем. Тут мы точно все подобрали? Вроде бы точно.
Пакет я возьму, когда мы отсюда выйдем. Нам как-то нужно забраться туда-сюда. В общем, ладно. Дайте мне ключ. Я согласился на это задание по той простой причине, что мне дадут ключ, и я смогу зайти куда-то, куда я не смог бы зайти без этого ключа. Поэтому я подумал, что не стоит упускать это дело. Хорошо, пойдем. Возьмем ключик и попробуем сегодня успеть снять тело. И у нас уже время подходит к вечеру второго дня, между прочим. Или мне кажется, или второй день прошел быстрее, чем первый. Это очень странно. Сейчас мы подойдем к головомеру. Сначала мне нужен этот Маньяна. Это ты, Маньяна? Да, зови меня Маньяна. Ну что, смотрю на тебя с затуманенными глазами. Понравился тебе наш порт? Он имеет в виду, что ты там побывал и, вероятно, говорил с боссом. Настоящая трудовая утопия. Это всего лишь место для передышки на пути, ведущем через бескрайние равнины, отмечает он серьезно, а потом возвращается к тебе с улыбкой на лице. Поворачивается. Итак, ты говорил с шефом с глаз на глаз, как люди с равнин. Если у тебя остались вопросы, можешь повторить. Можно поговорить. Что, у тебя есть ключ? Есть ли мысли о том, кто убил повешенного? Наемники? Да, наемника, да. Он пожимает плечами. Кто мог его убить? Вот в чем вопрос. А для чего вообще такое делать? Он серьезно качает головой. Наемника повесили на очень специфическом грузовом ремне. Такие используют там, где нужно работать с тяжелыми грузами. В порту, например. Порт — это место, которое попадает под подозрение в первую очередь. Так как считаешь? Давай вот так. Что это за мысль? Он фыркает с пораженным видом. Благородные рабочие до такого не опустились бы, если их не подтолкнуть. Конечно. Подтолкнуть как? Твой мертвец был солдатом противника. Погоди, что это значит? Он был агентом противостоящей стороны, которая пыталась сорвать наши благородные замыслы. Это вы его убили? Нет, убийство это не про меня, но я только за себя говорю. В больших организациях, такие как наши, есть самые разные люди с самыми разными умениями. Он не врет о том, что сам это не делал. Ну, да, скорее всего, тебя там не было. Понятно, делает у себя какую-то отметку лейтенант. Пользы от этого мало, но все равно спасибо. Без проблем, желаю всяческих удачи в твоих поисках. И я, конечно, рад, что это уже не мое дело. Прикладывается к фляге. Ну, в принципе, да. Так, давай ключ. Ключ, значит, разглаживаем усы. И какую дверь он должен открыть, этот ключ? Ключ что качаем, надеюсь, ты мне скажешь, не знаю, в дом какого-то осведомителя. Ключ стукача. Ни слова больше, я все понял. Он подмигивает тебе, постукивая по носу. Вот у меня есть этот ключ. Я хочу сказать тебе спасибо, что помогаешь нам во время забастовки. Солидарность рабочего класса, как говорится. Я видел возможность, я и воспользовался, и обстряпаю это дельце по-быстрому. Я слушал, что тут просто качай, и было понятно, что тут речь не про местных полярных дятлов, если ты понимаешь, о чем я. Я открою эту дверь не для себя, это для дела... Я это делал для рабочего класса. На самом деле, я этим занимаюсь не из-за политики. Говорить такое чуваку, который весь пропитан политикой... Давай вот так. Biggest коммунист. Ага, ачивка «Самый большой строитель коммунизма». На моего персонажа, когда я в свою очередь отклонил мысль коммунизма. Я знал, что он был коммунистом. Улыбается он, наклонив голову. И ты поступаешь правильно. Спасибо. Тебе нужна дверь в подвал за теплицей. Ага. Что на заднем дворе танцы в тряпье. Это все, что я знаю. Наша организация, как бы это сказать, имеет ячеистую структуру. То есть ячейки, короче, из ячеек состоит. То есть мы в дела друг друга не лезем. Хорошо, но откуда у вас ключ? Мне его уборщик дал, хороший парень. Мы с ним говорили о жизни и по-настоящему важных вещах. Его взгляд уплывает куда-то вдаль. А не о том бардаке, что у нас сейчас творится. Вся эта суета, маятар. От чего все это, спрашивает он.
не ожидает ответа. Ради того, чтобы было чем, чем кормить детей, видимо. Что мне еще стоит узнать об этом задании, об этом стукаче, когда он будет дома? Он качает головой. Я скорее докер по философской части. Предпочитаю смотреть на вещи шире. Кто я такой, кто ты такой, за что мы сражаемся? Он делает долгий глоток из своей фляги. Он имеет в виду, что ничего не может тебе рассказать, потому что сам не знает. Но теперь, когда ты работаешь на Эврара, он с тобой охотно поболтает. Знаешь что-нибудь о парнях Харди? Лос-Харди, улыбается он, это независимая боевая группа. Боевая. Немного нервные, но на них, естественно, но на них и ответственность большая. Они немного похожи на тебя, поддерживают главенство закона и все такое прочее. Вот только этот закон Эврара прикладывается в кляги. Но серьезно, они очень на тебя похожи. Чего вы бастуете-то? Хотим выторговать свою долю. Вашу долю? А, говорит он, чрезвычайно довольный собой. Так дело не в жаловании, не в пенсиях. И на какого размера долю вы рассчитываете? Да на всю. Впрочем, пока что мы хотим, чтобы все портовые работники входили в правление компании и принимали участие в принятии решений. Да, хорошо. Эти бунтарские речи выдают в нем коммуниста. Чтобы не было разногласий, фактически коммунизм – это стремление истреблять всех богачей или сослать их в трудовой лагерь в Юго-Восточном Граде. Но если ты коммунист, не говори это вслух. Ты коммунист? Что ты скажешь про Эврара? Думаю, что ты, раз уж с ним встретился, вполне способен составить свое собственное мнение, пожимать он плечами. По моему мнению, это способный организатор и хороший бизнесмен. Чем он вообще занимается? Это что-то вроде деревенской старосты. Он руководит всеми портовыми делами, договаривается с владельцами и прочими заинтересованными лицами, присматривает за своими. Вы хотите сказать, что он занимается коррупцией? Конечно, блин. Святые небеса, ну а как ему не заниматься коррупцией? Видишь ли, мы живем в суровом и скверно организованном мире. В этом мире старик занимается коррупцией нам на благо, и мы это знаем, и даже ценим. Сам он небольшой любитель роскоши. Да, я видел! Я видел его кресло, я видел, какой он небольшой любитель роскоши. Да-да-да. Стол у него показался довольно роскошным. Да, согласен, он умеренный любитель роскоши, но это его прерогатива. Никто не ждет показаний святости от коррумпированного подонка. Это был бы обман и иллюзия. Кроме того, система, где коррупции нет, в мире не существует, а морализм – самая коррумпированная из всех. У этого человека есть политическая теория, и сегодня она его не подвела. Ты коммунист? Нет, немного подумав, отвечает он. Я не думаю, что я коммунист. Ты видишь что-то ценное и говоришь, я хочу это, все это себя. Это куда более древняя и простая философия. В ней нет ничего мудреного. Даже хилое дитя до такого додумается. Единственное, что удерживает людей, это не могу и нельзя. В этом есть доля истины. Круто, мне больше нечего к этому добавить. Самый смешной в мире центрист достижение. Ты из тех, кто не любит выбирать из предложенного, так что... Что же вариант? Похоже, ты изрядно времени потратил, размышляя над политической ситуацией. Собственно, времени у меня было достаточно. Широко разводит руки, показывая внушительные размеры своего свободного времени. К счастью, время всегда есть. По выражению его карий глаз, ты понимаешь, для него распоряжаться своим временем самое важное в жизни. Ну, в принципе, есть такие люди, да. Теперь все складывается, и то, как он отзывается о пантистайщниках и вообще о манере держаться. Он последователь, появившийся 500 лет назад в франко-нигрийского кодекса Боярдо, переосмыслившего, в свою очередь, весперскую крутость. Ого. Благородный земледелец или странствующий пастух, верный себе, независимый в делах, преданный друзьям.
Может быть, я БДР? Кстати. Нет. А что если... Нет. Ясно. Человек сидит на ограде, широко раскинув руки, кажется, та-та-та-та-та. Бесконечный поток времени. Хорошо, спасибо. Пойдем с головомером поговорим теперь. У нас, кстати, уровень приехал. А, нет, у нас задание обновилось. Ключ. Дверь за старым тряпьем. Понял. Хорошо. Мне самому интересно было туда заглянуть. Так что уж заглянуть я туда точно зайду. Головомер. Давай, чувак, твое время мне помочь. Не падающий надежда, расовый ученик возвращается. Не будь таким уродом с товарищем Докером. Показать. Эврар распорядился, чтобы ты помог мне снять труп с дерева. Ким... Я думаю, что этот расист лучше прошлого, а следующий расист будет по-настоящему хорош. Красавчик. Это будет наш расист на счастье. Откуда ты знаешь, что будет следующий расист? На самом деле, предыдущий расист мне понравился больше. Не знаю. Он исполнит 3 наших желания. Мы с Кимом явно на одной волне. Твой... Педоморфный друг быстро соображает. Он склоняется, чтобы рассмотреть Кима получше. Выдающийся назад затылок, неровные кости, скул. Лейтенант не двигается с места. Ты должен держаться. Его врожденный дефект дальнозоркости не делает его полным инвалидом. Он все еще может пользоваться своим умом. Так. Та-та-та-та-та-та-та. Давай вот так вот. Да будет так. Мой неподающий надежды расовый ученик пробрался в порт и воспользовался моим командиром, чтобы отдать мне приказ. Я восхищаюсь твоим коварством, поэтому пойду и сниму тело с дерева своими голыми руками. Ты так благороден, головомер. Блин. Сейчас будет но. Но! Ах ты тварь! А, пока меня не будет, кто-то должен нести караул на мосту, этим кем-то станете вы. Он поворачивается к ему. Вы оба! Лейтенант, что если мы не хотим этого делать? Это неприятные последствия того, что мы не справились с телом самостоятельно. Я готов пойти на этот компромисс. Ну, Ким, если ты не против. Слушай своего друга, он по-своему по-детски мудр. Быть может, его таинственная раса должна составить жесткую конкуренцию моей героической гоплогруппе. Давай. А что нам остается? Проследи, чтобы они никуда не уходили, крошка. Черт, сколько времени это у нас займет? Не надо мне... О, блин. Девушка провожает взглядом удаляющегося головомера. Он поворачивается к вам. Так что, вы типа копов, что ли? Да, мы здесь закон. Это опять же с эти фразочки из судьи Дреда. Стараемся, чтобы все в дерьмо не скатилось. Давай вот так. А ты не думал вдруг туда всему и дорога? Девушка накручивает прядь волос на палец. Кстати, меня Катей зовут. Ну и катить отсюда. Вы слышали? Поворачивается лейтенант в сторону двора. Этот звук. Он что-то ломает. Он ветку обламывает, мне кажется. Да, Жан-Люк, там, наверное, все крушит. Вот бы поглядеть. Хватит меня этого трупа. Вы только поглядите. РГМ теперь сдает полицейских на прокат. Гремит голос внизу. Охраняйте мост, как верные псы Эврара. Вот теперь... Как, значит, РГМ продается? Ой, блин, заткнулся бы ты, тварина! В какую же отвратительную ситуацию нас поставили? А ты кто такой? Кричит в ответ лейтенант. Что тебе здесь нужно? Почему твоя одежда мала на 4 размера? Я работаю с кем? Да,
я до невозможности коррумпированный полицейский. Я коррумпирую каждую представительную, предоставленную мне возможность. Давайте постебемся над ним. Пронзительный смех прорывает тебя, эхом разносясь по всему Мартинезу. Это Куна, а потом... Человек оборачивается, смотрит на, за спину на гиганта, который появляется из-за угла, приближается, проходит мимо. Привет, головомер. Ну чё, сломал? Нормально, молодец. Ух. Труп больше не на дереве, стряхивает он с рук остатки щипы. Вы можете идти и поздравьте себя, ведь теперь вы на стороне расовой победы. Мы не выбирали сторону, мы сделали то, что должно было сохранить порядок. Спасибо за сотрудничество. Ну, давай вот так, мы все равно его не переубедим. Прощай, сэндвич с ветчиной, теперь ты человек профсоюза. Не будь таким уродом с товарищем Докером. Мужчина смотрит на тебя, не говоря ни слова и не двигаясь с места. Его глаза пронизывают остатки твоей души. Ты не Сантьяго, а Сантьяго не ты. Это заметит даже френологически неполноценный. До свидания, неполноценный, блин. Ух. Нет. Так. Все. Побежали. До свидания, чертов головомер, блин, чертов борт, чертов все. Ой. Так, ладно, нам еще придется работать с этим начальником профсоюза, но по крайней мере мы теперь немножечко спокойнее насчет того, что он не полностью все о нас знает. Сейчас мы по-быренькому сдадим бутылки. Пока уж я здесь и пока магаз открыт, мне все равно нужны деньги. Там пакетик. Сдать бутылки. Почти 2 реала! Да! Так, пакетик. А пакетик я пока в руке оставлю. Идите нафиг. Если я найду еще бутылочки по пути, я буду совсем не против. Блин, меня стул покалечил. Вот это, конечно, да. Стул. Так, ладно, танцы в тряпье. Нам в любом случае туда. Интересно, что он с деревом сделал. Ну-ка, мы в мусорочке можем порыться? Взять все. Можем, че бы нет-то. Мусорочки для нас святое. 17.25. Куно, твое развлечение. Так, за теплицей. Сюда я пройти не могу, да? Погодите, вот я кликнул. И куда он бежит? Он же там сейчас остановится перед забором, да? Я просто хочу проверить. Я сейчас не сам ничего не нажимаю. Я кликнул им автонаведением бежать туда. Но он туда не добежит, так ведь? Да, к сожалению. Хорошо, валим отсюда. Дверь за теплицей. Погодите, мне нужно понять, где эта дверь за теплицей. Вот теплица, да? Мне сюда, что ли? Скоростной поезд Куна выходит из депо! Так, Куна. Давайте еще раз вот эти доски подергаем. Я не помню, что у нас тогда с ним было. Вроде ничего не получилось, да? Недоступно, заблокировано. То есть я мог как-то отодвинуть и как-то сюда проникнуть, но мне кажется, я просто просрал триггер, теперь все, приехали. Хорошо, тело у нас валяется внизу, мы нажимаем в пяточку и тогда продолжим в следующей серии. Что у нас новенького там было такого? А, бутылки новенькие были, точно. Да черт с тобой, пусть пакет висит в руке. Все, ребятушки, пока что будем закругляться. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.